прекрасное место. Мы сейчас находимся на море. Каспийское море. Искупалась, да? Это. Вода прохладная. Да? Прохладная уже дует. Холодный ветер. Каспийское море, великолепное море. Стремно, когда никого нет в море. Отсюда. Да. Море – это красиво. Что прикольно, мы пришли в Каспийск, тут вот красиво море. Всем салам, привет, россияне там, я не знаю, американцы все, короче. Респект, Восток FM. Мне пришлось это сказать, потому что под дулом пистолета я что по кайфу скажу. Давайте. Восток FM, супер. Где? Рыбаки там. Там вон стоят. Вон там он. Не знаю, что это, короче. Ой, тут бассейн какой-то. Ну что, залезем? Искупаемся? Боюсь, там пираньи. Кто там? Пираньи. Пираньи? Интересно, что это за бассейн? Интересно. Это они ловят рыбу и потом ее сюда. Не, они вот на эти штуки. Вот, короче, мы пришли. Каспийск. Господи. Это коса какая-то, я не знаю, что. Сегодня мы позагорали. Ой, слушай, а мы здесь? Нельзя, наверное, брать. А, там, да, там разрыв. А, да, чтобы туда пройти. Вот. Встретили гостей хороших, знакомых. Красиво. Красиво. Пакистан прекрасен. Кто бы ни говорил, ну не, мы вам этого не говорим. Здесь, здесь нет, здесь очень плохо. Плохо приезжайте вообще сюда. Никогда. Никогда не приезжайте. Никогда. Да. А больше достанет. Да. Смотрите, как красиво. 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 Мы еще должны до самолета дойти. Он где-то. Где он? Где-то там. Самолет. Вон. Вон там. Алиса, ну скажи, что? Я люблю Дагестан. Тебя выберут. Это определенно. Такой вот интересный заводи. Вот. Люди купаются. Девчонка, можно с вами познакомиться, да? Лена, по-братски. Сегодня мы на пляже Джами. Здесь, как обычно, безлюдно. Здесь, как обычно, кремом мажут. Вертолетик, когда он взлетит? Джами. Все на обед бегут. Что? Все на обед бегут. Все кушать хотят, а мы не хотим. Мы еще искупаемся, море классно. Люди. Столько людей, что хочется жить. Вот. В тенечке классно. Опа! У тебя же есть холод. Тут такие бабочки, как птички. Вот такие. Я видел маленьких чаек.
маленьких детишек чайки. Вот такие вообще прилеты. Я никогда не видела, сразу видела большую чайку. Они такие малюсенькие. Я сделал это. Море кайфовое. Море супер. Море волнуется раз. Море волнуется. Море волнуется два. В общем, супер. Важно поснимать видео, потому что мы делаем мини-фильм. Да, Алис? Да. Продолжаем отдыхать в Дагестане. Пятый день. Адам. Да-да. Мы находимся где? Где мы находимся? Салехум, Бархан, Салехум. Это песочная гора Дагестана, да. На Кавказе. Здесь старый вокзал. Такое вот здание. Им даже написано. Какой год? 1800 какой-то. 19 век еще. Здесь так здорово. Yes. Полюби меня такой, а полюби меня такой. Полюби меня такой. Прогуляемся, посмотрим вот на эту песчаную гору. Вот так вот приехал, сел на эту лавочку под это красивое деревце. И по кайфу. У тебя есть свой канал на ютубе? Конечно. Еще раз скажи, где мы находимся? Мы находимся в Барахум. Как это? Барахум. А где это? Да, Махачкале. Далеко от Махачкалы. Кизлюртский район? Нет еще? Кумтаркала. Алиса, как да? Ты? Прекрасно, прекрасно. Очень красиво. Я тоже. Я тоже под впечатлением. Красиво, хорошо. Все супер. И тихо. Так, Алиса пошла вниз. Теперь мне бы не спуститься, не упасть. Я тоже очень боюсь высоты, но здесь так красиво, что... Не страшно. А, беседочка, можно сесть, посидеть. Да. Отлично. Сейчас пойдем баранов снимать. Красиво. Очень красиво. Эта железная дорога еще в 19 веке действовала. Сюда приезжали поезда, ехали в Буйнакск. Буйнакск раньше назывался по-другому, сейчас не помню как. Была столицей, этот город был столицей Дагестана. Вот, сейчас здесь музей, типа старая водонапорная башня. И как говорят, что здесь есть все тропические и которые живут в обычной пустыне. Полуденная песчанка. Ну, вполне, ей здесь комфортно. Все спорят, откуда взялись эти пески среди гор. Будем думать, изучать.
не то чтобы прям красотища, но очень необычно. Очень спокойно. Ну еще бы. Здесь. Думаешь, в пустыне весело, что ли? Умиротворение чувствуешь. Медитировать здесь нужно. Да. Сесть в песках и вскипеть. Что еще надо? Надо просто вскипеть. Надо к корове подойти или к барану. С этими, с барашками. Они побоятся. Они в эти дни они боятся людей. Никто не может бежать. Они же там стоят прям друг к другу. Сейчас. Это вам не Испания, где суперсовременные поезда и огромные такие дворцы, а не вокзал. Вот оно. Самое оно. Это тоже перезагружается. Что, у нас одновременно, что ли? Чёрт возьми, что происходит? Я заразилась от твоего телефона. Да, возможно. Красиво. Самый настоящий поезд. А его не будет в ближайшие 200-300 лет. Я завис. А, вот все. У меня, кстати, тоже это, возможно, перегрелся. Чем красивый гриф. Угу. Ну, он еще молодой, видно, знаешь? Он должен быть лысый. Какие у него лапы. Лапы, что-то на крюк, смотри. Пеликан, блядь. А это что здесь? Это что за сорок? О, боже мой. Он даже никуда не убегает. А, ну, они же полудомашние. Боже мой. Боже, какая прелесть. Ну, иди ко мне. Когда ты уходишь? Иди сюда. Ничего не было. Завтра их не будет. Всем здрасте. Мы идем посмотреть, вернее, я иду посмотреть, что наш ботаник ищет. Зоолог. Зоолог-ботаник ищет какие-то новые открытия. Подожди, я помогу. Много всяких водорослей. Море шикарное. Это красиво. Сережа. О, вообще супер. Ой, тут вообще море теплое. Море горячее. Море кайфовое. Море волнуется раз. Море волнуется два. Такие штуковины тут. На них можно кататься. Это все пляж Джами. Джами. Джами, Джами. А? Еще два дня. Еще два дня. А как-то ведь можно, да, вот так. Да, вот так вот. Раз. Еще раз на меня посмотри. Ага. Ну можно, когда видео снимаешь, можно одновременно фотографировать. Конечно. Нет. Да, у всех такая функция есть. А? Да, когда ты даже не понимаешь, как им пользоваться, да? Thank you.
Ты снимай меня, что ли? Снимешь меня, как я забегаю в воду, ладно? Такой смех. А? Глубже и теплее. Прибыло воды. Прилив может быть. А, дождь прошел, много дождя. Покрасится в футбол? Да ее это. Стирал ее. Сбоку. Просто так и нажимать. Да. Давай, знаешь, как лучше. На спасибо, Адил, за приглашение. Я сейчас на море в Дагестане, в Махачкале. Тут так круто. Поздравляю еще раз. Ну, я приеду, увидимся обязательно. Спокойненько. Или с этой здесь? Да. Итак, Марк. Ты готов? И побежал. А что ты не окунулся? Не могу. Почему? Мне очень холодно. В Приморском лесу будем окунаться. Да. Я надеюсь, там тоже будет тепло. В тропической реке. Пойдем. Одеваться. Доброе утро. Доброе утро, Дербент. Страна. Да. Из-за любви день и ночь смешались вновь. Закипает вена в кровь. Я без сна из-за любви. Восток какой-нибудь самой лучшей песни. Правильно? Если вы приехали в Дагестан, обязательно надо посетить замечательную крепость, который находится в Дербенте. Да ведь? Да! Первое упоминание о городе было в 4 веке до нашей эры. Вот такой вот обзор здесь. Очень красиво. Ощущение такое, что ты находишься в каком-то османском месте. Но на самом деле крепость была построена персами. Вид на город, вид на Каспийское море. Кстати, говорят, что море когда-то было даже здесь, прям вот где я хожу. А все вот там, что город, было под водой. Сейчас я попробую забраться куда-нибудь повыше. И посмотреть. Это еще выше. О, как. Здорово. Сейчас мы пойдем вовнутрь. Вон в то место. Посмотрим, что там происходит. Сейчас я зайду в крепость. Съемки, надеюсь, здесь разрешены. Смотровая.
Как красиво! Да. Красиво. Ну что, прикольно. Ну конечно, супер тренд, когда ты I love you. Да, точно. Вот на этим сейчас стал. Даже в джаме есть такая. Вот это? Кто-то очень хорошо зарабатывает, я даже не знаю кто. Цитадель на Рынкала. Министерство культуры Республики Дагестан, ГБУ, Дербенский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Правда ведь? Бац. Пойдемте дальше. Ансамбль крепости на Рынкала. 7 век до нашей эры. Памятник обладает исключительным мировой ценностью и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Охраняется государством. The ensemble of the fortest Narinkala, the moments of exclusive world value and has been included in the list of world UNESCO. Вау, я захожу. Смотрите, как классно. Немного жаль. Вот. Ханская канцелярия. Памятник архитектуры. Охраняется государством. К вам, Наташа Творецкая. Да не одна, а с гостем. Вот так нежданно-негаданно к нам нагрянул довольно интересный человек, которого я прямо сейчас хочу вам всем представить. Сегодня в гостях у нас музыкальный продюсер радиостанции «Восток ФМ» Марк Сдвигов. Марк, добрый день. В эфире диджей Маркус. Я приехал на радио, на очередное. Здесь куча всего. Так интересно, здесь радио, авторадио. Здесь есть DFM, Лофрадио. Сейчас будем искать. Покажи мне студии ваши. Эльдар. Бонжорно. Развиваться. Не, ковер такой мягкий, классный. Здесь DFM. Я здесь не раз был, конечно. Пока к микрофону заходил и... А у нас от микрофона до двери порядка... Димка! Все, наверное, мы студент. Километров, килограммов. Примерно вот так вот. Да, потому что расстояние 200 или в литрах. Тут одно из трех. Да, вот я искал все это время в органы Сити на карте. Екатеринбургской области. Рекламные блоки не снимают. Не, это коммерческая тайна. Кто вообще это поет, я не понимаю. Бог Марли самый главный вообще. А что они несут? А прикинь, была бы что дальше? Что дальше? Просто такая группа Нижний Новгород. А здесь Лафрадио. В Москве 13:00.
Новости. Пользователи сети отреагировали на запрет в России импортной суши. Круто, я могу сказать. Фильм с российскими боксерами в главной роли. Давид. Калякин, это Лав-радио. Многие пользователи Рунета с юмором восприняли попадание соли в список запрещенных продуктов. Сообщение об этом появилось... Марк, давай уже речи, все, тут жара просто адская, я уже тут плавлюсь с пивасиком. Специально взяла пиво, чтобы не есть. Давай, я тебя жду. Тут море ледяное, это не вчера, тут градусов, наверное, 15, мне кажется. Вообще, ну нам все равно нужно искупаться. И легким ветром будешь навсегда со мной. Дана судьбою, дышу тобою, красою сердца, так боль моя поет. И лучшими светом забросить не забыть. Нет чувствую сердце, суждено вместе быть. Снются слезы, знаю сладкие грезы, последний раз моя, когда ты вновь ушла. Не забывай наши слезы и желания, не оставляй, помни ты обещание. Прошу, живи без меня, но не сами. Прошу тебя жить. Не забывай наши слезы и счастье. Душа моя, твоя любовь, знала я, жить пока любовь жива. Подожди, давай еще раз. Глаза и цвета луна. Ты пела? Ага. Привет. Я не пою. Я поддержу. Я вдохновляюсь. Это мы с Трей отправляем, да, привет? Да. Это мне все в фильм войдет. Привет огромный. Особенно вот это. Без всего. Привет огромный будет вырезан. Вот это будет. Привет. Алиса. Конечно, я с Фантой. Ты с Фантой, да, я тоже. Я да, тоже. Это настоящая Фанта, между прочим. У нас это Фанта такой. Должна быть такой. Да. Фанта настоящая должна быть такого цвета, между прочим. Да, а у вас подделки. У нас все подделка, да. Пьешь и не понимаешь, зачем пьешь. Да. Сибила. Красиво, что приезжаешь. Давай я дорогу. Правда ведь вы не хотите уезжать, да? Вы не хотите уезжать, да? Наши три готовы. Вы будете тоже плакать, да? Да. Мы готовы быть вашими чемоданами, честно говоря, в данный момент. У нас так мало времени, честно говоря. Там видно что-нибудь? Там что-нибудь вообще видно, что я там, видно. Что я там есть? Видно очень много. Да? Да. Очень много? И чего именно? Тебя. Меня? Эльдарчик. Мы тебя так любим. Так любим. Ты спасибо. Даже не переживаем. Прям вот прям рады, что ты есть вообще на этом свете. Мы прям... приедем. Да, и ты приезжай. Ой. Мы же это сходим в облака, да? Спасибо. Ай. Маркус, как ты можешь в целом сказать о нашей поездке? Блять. Это ты? Нет, это все круто. Блин, спасибо всем большое. Плакаем. Баркова. Баркова, плакаем. А как плакаем? Просто плакаем. А, просто плакаем. Просто плачем. А, плачем. Да, Марка, что ты? Ей. Не хотим уезжать.